Театры и концертные залы в Приангарье разрешат наполнять на 50%. Такое решение было принято в связи с тем, что в регионе значительно улучшилась эпидемиологическая обстановка. Напомним, решение о возобновлении работы учреждений культуры было принято в конце января. Изначально заполняемость зала не должна была превышать 25%. К обычному режиму работы постепенно возвращаются и учреждения дополнительного образования.